Всем привет, я на станции Марина Роща. Сегодня у нас будет обзор станции Яхромская и, в принципе, Селигерская из всех. Вот еще стою на фоне Марины Рощи. Получается, краткий обзор у нас будет станции Физтех, Яхромская и еще там какая, Леонозова. Вот. Подвижной состав у нового участка — это 81717.5.5М и .6. Среди них есть 81717.10.167. Обратите внимание, сейчас осторожно, уже открылась Физтех. Следующая станция — Верхний Лиховой. И не переклеили табличку. Для вашей безопасности. До Селигерской. Не хлопаем. Первая станция на участке, в принципе, Селигерская. На нем мы ходить не будем. Ее вы увидите из поезда. Следующая станция уже наша. Все нормально. Вот, в принципе, вы видите, как выглядела Селигерская. Сама станция напоминает по структуре станции большой кольцевой линии, а именно такие, как Мичуринский проспект или проспект Народного ополчения, также в Мелнике.
Яхромская оформлена, видите, в таком вот, как бы историческом стиле. Одна путевая стена красная, другая уже телепортирует нас в другое измерение прошлого. Сама станция еще особую популярность не приобрела, но в перспективе, в будущем, она должна приобрести огромную популярность и вывести МЦД, а также автобусы со станции Селигерская. Следующая станция на нашем пути — Леонозово. Вот мы на станции Леонозово. Она оформлена в серо-коричневых тонах. Собственно, тоже может напоминать станции Большой кольцевой линии, как Народное ополчение и Мневники. В принципе, в каких-то местах станция напоминает станции из южного участка Таганско-Краснопресненской и, в принципе, Калининской линии, такие как Новогиреево, Рязанский проспект и т.д. Следующая станция в нашем пути – это конечная, Физтех. Поезд дальше не идет. Ну, собственно, не сейчас, ведь поезд и дальше идет на Физтех. Ну, а вот там вот как раз поезд на Физтех. Как всегда, старый добрый номерной. Непривычно видеть номерные на новых станциях. Состава 81-717. Следующая станция Физтех. Тут информатор установлен, все нормально. Собственно, как и схема. Вот сотрудник Мосметростроя, вроде бы как, не точно. Выделяется среди всех на новом участке. Во-первых, шрифт на путевой стене. Также светильники, которые встроены в пол и идут вот так вот. Похожая конструкция есть на Алма-Атинской. Станция может отчасти напоминать Красногвардейскую или Алма-Атинскую тоже. Открытого типа. Ой, какого открытого типа? Прикольно, конечно. Станция Физтех. Конечная.
В данном случае поезд дальше точно не идет. Табло. Да и вообще. Интересный факт, то что студенты ближайшего техникума из 90-х перерисовывали станцию именно физтех с таким же названием к Серпуховско-Тимирязевской линии в надежде то, что метро здесь откроют, так как добираться на автобусах было неудобно. Собственно, в тот момент сказали то, что метро там не нужно, ну а сейчас резко оказалось, что нужно, и, собственно, построили. Только не к Серпуховско-Тимирязевской, а к Люблинско-Дмитриевской линии. Если приедет 81-717, то станции просто становятся громче всех. На ней довольно мало объектов и будет очень хорошее эхо. Учитывая громкость составов 81-717, эхо будет наилучшим. Физтех я покидаю, ну и с вами прощаюсь. Все подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всем пока-пока. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Леонтово.